У кислородозависимых пациентов вымогали деньги за концентраторы. Благотворительный фонд «Корпорация монстров» предоставляет кислородные концентраторы бесплатно. Однако неизвестные звонят больным и требуют оплатить несколько тысяч. Про это сообщила Екатерина Нажевникова в своем фейсбуке. У нескольких подопечных фонда потребовали 5000 гривен якобы за аренду. Им передали номер карты, на которую нужно перечислить деньги. Выяснить, кто звонит, пока не удалось. Человек, номер которого высветился при попытке выяснить ситуацию, на контакт не пошел. Остальные номера скрыты. Откуда они берут телефоны? Отслеживают ли, когда на такси отправляем, или это добрые соседи пациентов? Пытаемся разобраться. Еще раз сообщаю, что кислород фонд предоставляет бесплатно, и никто не может у вас потребовать деньги. В конце концов, это же прописано в договоре, который подписывает каждый пациент. А также все сборы проводятся исключительно в сети и на счета фонда. Я никогда не посылаю кого-то просить деньги от своего имени. Данные звонящих с карты передам завтра в приват и в правоохранительные органы. Отмечу, что кислородные концентраторы, которые фонд передает пациентам, были куплены за счет благотворительных взносов. В апреле волонтеры выдали приборы более 500 людям. В октябре их количество увеличилось до 688.